Смотрите, как убрать желтые пятна под мышками на рубашке. Их убрать легко и просто. Если у вас есть перекись водорода и рубашка белая, вы наносите перекись водорода 3%, не жалеете, наливаете на эту область под мышками, так, где она у вас желтая, и оставляете на, ну, на 2 часа можете оставить. Ничего с ней не будет, с вашей рубашкой. И потом стираете. И можете еще удалить желтые пятна с помощью аспирина. Аспирин, водичка. Ну, давайте возьмем стакан воды и 3-5 таблеточек аспирина. Разводите, наносите на желтое пятно, потом будете стирать. Ваниш тоже отлично удаляет желтые пятна. Берете ваниш для цветного, если цветная сорочка, ваниш для белого, если ваниш белый, и наносите ваниш в область подмышек на сорочке, оставляете на полчаса, можете оставить и дольше, ничего с рубашкой не будет. Потом стираете обычным способом. И желтые пятна исчезнут. Я сама это проверяла и делала.